Вагнеровцы могут составлять четверть всех солдат РФ в Украине, The Guardian. Бойцы частной военной компании «Вагнер» могут составлять четверть всех российских солдат, которые воюют против Украины. Как сообщает РБК-Украина, об этом The Guardian рассказал неназванный чиновник. Существует реальная возможность того, что личный состав «Вагнера» сейчас составляет четверть или более российских солдат, заявил чиновник. По его словам, такое соотношение вагнеровцев в российской армии подтверждают западные разведчики. Также чиновник добавил, что военная эффективность бойцов ЧВК «Вагнер» на бахмутском направлении все еще ограничена, и темпы их продвижения настолько медленны, что иногда требуется 2 недели, чтобы захватить 1 дом. Напомним, ранее владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял о том, что его бойцы якобы оккупировали Солидар Донецкой области. Позже спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый подчеркнул, что такие заявления не соответствуют действительности. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК «Украина» в Telegram.